Несколько дней назад женщина заметила на детской площадке 5 новорожденных щенков. Малюток оставили замерзать на бетоне. На улице было очень холодно, щенков уже начало присыпать снегом, а их лапки почти примерзли к бетонной плите. Женщина быстро нашла неподалеку картонную коробку, собрала туда щенков, укатала ее своей курткой и помчалась домой, отогревать малюток. Опыта ухода за животными у спасительницы не было, поэтому, как только щенки немного отогрелись, она обратилась за помощью к соседке, у которой была собака. Наталья согласилась забрать щенков к себе и стала заботиться о малышах. Она обратилась за советом к знакомым работникам приюта для животных, и они порекомендовали кормить щенков из детской бутылочки. Когда Наталья начала откармливать малышей, за этим процессом с любопытством наблюдала 8-летняя питомица Натальи, овчарка по кличке Ева. Через некоторое время щенков навестила ветврач Марина и, осмотрев малышей, пришла к заключению, что с ними все хорошо и они вполне здоровы. После осмотра щенков Марина заодно решила проведать овчарку и очень удивилась тому, что обнаружила. У Евы появилось молоко. Это поразительно, но у овчарки проснулся материнский инстинкт, несмотря на то, что сама она никогда не рожала. Малюток аккуратно поднесли к Еве, и она сразу же принялась их кормить. С тех пор овчарка стала заботиться о приемышах, как о своих детках, и не оставляла их ни на минуту. Вскоре волонтеры смогли найти хозяев, которые оставили новорожденных щенков замерзать на улице. После обращения в полицию удалось пообщаться с этими людьми. Марина приезжала к хозяйке выброшенных щенков, у их суки ужасной маститы молока почти нет. Видимо, плохо кормят. У нас пополнение, еще девочка. Марина ее забрала из будки, она бы там не выжила, рассказала Наталья. Ева с удовольствием приняла еще одного щеночка, теперь у нее 6 деток. Сейчас полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным. И скорее всего безответственных хозяев получится привлечь к ответственности. А со щенками сейчас все замечательно, они нашли новую семью и окружены заботой.